Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли, и в данном уроке мы поговорим о том, как сделать скрученную шерсть барашки в Орнатрикс. Создание скрученной шерсти буду показывать на примере такого барашки. И первое, что я сразу делаю, это копирую туловище, чтобы его оставить в лоу-поли виде. Так как чем проще сетка, тем проще Орнатрикс делать сложные просчеты. Затем на данную копию назначаю стандартный пресет Орнатрикс. В OIS Guide from Surface я загружаю нарисованную маску, которая выглядит таким образом. Чтобы шерсть росла только на туловище, так как на ноги я буду применять другой тип шерсти. Кстати, на канале уже есть макинов данного персонажа, так что можете его посмотреть, перейдя по ссылке, которая выскочит вверху. Также в Hair from Guides я загружаю ту же маску. Таким образом, получил такую базовую форму для дальнейшей работы. Randomness Guide from Surface я всегда убираю и предпочитаю настраивать его в Lens модификаторе, если возникнет необходимость. Затем я увеличиваю количество гидов Guide from Surface обычно до 3000, потому что лично мне так удобно работать с шерстью. В Hair from Guide сразу же используем автопартинг и включаем отображение волос в viewport на 100%, чтобы видеть всю шерсть. Сразу хочу сказать, что от количества гидов зависит размер завитка, так как я буду использовать Strand Clustering. В предыдущих уроках по Орнатрикс вы можете посмотреть, как работает данный модификатор. Назначаем его поверх Hair from Guides. Ниже Strand Clustering назначаем Strand Detail для управления детализацией завитка. Значение Viewport ставим равным 50. Этого обычно достаточно для качественного скручивания. Выше Strand Clustering добавляем Strand Lens и в нем увеличим значение Randomness для большей реалистичности. А также я обычно увеличиваю значение Lens для более интересного эффекта. Помните, что от положения Strand Lens зависит конечный результат. Например, если его поместить после Edit Guides, конечный результат будет совсем другим. Затем возвращаемся в Strand Clustering и увеличиваем значение Twisting. Таким образом, получаются такие интересные завитки. Если вдруг у вас появился такой непонятный баг, то его можно исправить. Я обычно фиксирую его с помощью опций Use Guide Faces и Guide Proximity в Hair from Guides. Но после применения данных опций, главное увеличить количество волос, например до 100 тысяч или меньше. Как видите, эти баги исчезли. Теперь можно включить модификатор Render Settings и V-Ray Ornatrix Mod. Так как мы использовали модификатор Strand Detail, то в V-Ray Ornatrix Mod можно не включать параметр Dynamic Tessellation. В Render Settings уменьшаем значение радиуса до 0,1. Далее открываем редактор материалов и создаем V-Ray Hair MTL. Выбираем пресет Blonde Matted. Transmission Color ставим такой оттенок, затем копируем его в Diffuse и делаем немного темнее. На Transmission еще можно назначить карту V-Ray Hair InfoText. Затем скопируем цвет Transmission Color A, а в Output выбираем Random by Strand Index. И по желанию можно еще добавить карту OX Care, скопировав тот же самый цвет в слот Root и Top. Затем с шифтом копируем еще раз эту ноду, а в ее Root и Top делаем цвет немного светлее другого оттенка. Полученный материал назначаем на шерсть барашки. Запускаем рендер и смотрим, что получается. Я, пожалуй, уберу до в камере, немного увеличу радиус в UX Render Settings, а количество шерстинок поставлю равным 80 тысяч. А отображение во viewport 10% во избежание лагов. Итак, результат стал получше. Я думаю, еще стоит добавить направление шерсти и фриз, чтобы она была не такой идеальной. Итак, поверх Edit Guide создаем модификатор OX Surface Comp и задаем направление шерсти с помощью Syncs Editor. Напоминаю, что у меня есть отдельная серия уроков по основам Ornatrix. Так что, если вы что-то забыли, рекомендую нажать на ссылку вверху и еще раз их посмотреть. Далее в настройках Surface Comp немного поменяем вид кривой, чтобы шерсть выглядела более торчащей. А выше Lens модификатора добавим Freeze и немного его настроим. Кривую делаем такого вида. Amount для начала равный 7. Scale 2, а Freeze Amount в Outliers равный 10. И посмотрим, что получается на рендере.
Ох, видимо, перестарался я с настройками Freeze. Все же я включу 100% отображение волос, чтобы видеть полное влияние. И снова видим такой баг справа. Давайте его пофиксим с помощью уменьшения Distance и увеличения итераций Views Guide Faces. Затем переходим в Freeze модификатор и уменьшаем значение Mount до 3, а Twist в Strand Clustering увеличим до 4. В Hair Form Guide снова ставим 10% отображения для того, чтобы viewport не тормозил. И напоследок немного поменяем кривую для радиуса, а значение уменьшим до 0,17. Нажимаем Render, и да, такой результат мне нравится больше. Он более стилизованный и интересный. Сделаю еще один рендер с другого ракурса, чтобы убедиться, что мне все нравится. Да, это то, что я хотел получить. Это все, что я хотел рассказать в сегодняшнем уроке. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку «Поделиться». Всем мир!